Я здесь сам. Подожди, там еще мои наушники. По окне это все. Это Boeing 737, авиакомпания «Аэрофлот» российский, авиалинировал еще рейс 7258 по маршруту Казань-Марибор. Наш полет будет проходить на высоте 11 тысяч метров. Надеюсь, понравился вам. Будем рады еще на рейс «Аэрофлот». Ждем вас послезавтра. Все хорошо, до свидания. Глеб! Конференции сказал, что матч в Словакии, да, видимо, недостаточно хорошо донес до футболистов свои мысли и идеи. Насколько вам понятно, что говорит тренер и как это вообще объясняется? Не знаю, на пальцах, на доске рисуется, показываются видеоролики. Как лично вам все это понятно и как объясняют? Это все понятно, вот, и как, ну, как он во всех командах теоретически, вот, и на доске, и видео все показывают, и все доносится нам максимально. Я раньше это же фигня вот эта есть. Мне не нравится, без них немного. Так
больше. Мне кажется, они никогда не скоро уже, знаешь, в рот камеру засунут. Я возьму. Все твои 32 зуба возьму. Я поворовал. Да. 30-29 даже. Просмотрел. И помнишь, что здесь играл Златко Захар? В 2001? В 2004 Лиг Чемпионов, мне кажется. А, Лиг Чемпионов. Любого цвета? Любого. Правая сторона. Крылья и спина. Идем боком, идем боком, идем боком. Вперед. Идем боком, бан. Иванов. Данил, Заня чуть-чуть наверх и обратно. Берите второй. Иси, чуть-чуть Заня вперед. Адамо, пожалуйста. Хорош, Данил. Супер. Порядок. Да. Идем спиной, Максим. Ягодицы. Идем спиной, Далер. Окей. Федя, давай, 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 давай. Готов, просыпаться, иди, давай. Камиль, твой мяч. Иди в линию. И пас обратно. Федя, твой мяч. Хоп, Зигер. На паузу, ребят. Я бы опять попросил. Это умничка. Дышитесь, восстановитесь. Эй, Кай, даете на ход сюда. Иди сюда. Не там. Не там, здесь, удобно. Давайте делим пошла. Серега, а ты тогда, да? Да, я здесь, а я здесь. Готов?